Именно Россия и ее президент сделали Украину сильным, независимым европейским государством, уверяют российские политические деятели. Как булатная сталь, которая могла получиться только при воздействии жара ледяной воды, так и Украина стала независимой страной из-за колоссального внешнего воздействия. На стороне Украины, во-первых, правда, потому что это своя собственная земля. И люди, которые защищают свою собственную землю, они имеют моральное право это делать. Те ценности, которые отстаивает Украина в этой борьбе, именно это та сила, которая на стороне Украины. И именно поэтому Украина обязательно победит. Несмотря на это, Украину пытается ослабить изнутри, считает Ольга Курносова. По ее словам, недавние выборы продемонстрировали, что в Одессе иностранная агентура работает сильнее, чем в Киеве или во Львове. Это огромное количество прямой агентуры России, которая осталась здесь еще со времен Советского Союза, которая была потом закуплена именно потому, что такие деньги вкладываются. Тем временем в России появляется все больше оппозиционеров, которые не боятся высказываться, несмотря на преследования. 2 ноября в Москве прошел один из самых больших митингов бюджетников. Люди вышли против закрытия больниц и поликлиник. Санкции против России уже успели больно ударить по населению, считает эксперт. Очень сильно растут цены. Но вопрос даже не только в росте цен. В магазинах просто не то, что пустеют полки, там становится меньше полок, чтобы не стояли пустые полки. Некоторые магазины просто ряд стеллажей убирают. Доллар уходит из свободной продажи, из обменников. Политические деятели и организатор антивоенного движения уверены, украинским властям не стоит запрещать марш к памятнику Екатерины, который запланирован на 4 ноября. Тогда можно будет наглядно увидеть, какая в Одессе база пророссийских сил, а значит и возможный ресурс для обострения обстановки. Вместе с тем Ольга Курносова уверена, подобные акции направлены ни на что иное, как на дестабилизацию ситуации в Одесском регионе. Дарья Сидоровская, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.